И завершает наш выпуск традиционный обзор свежего номера «Вечернего Мурманска». Вот о чем расскажут журналисты печатного издания. На дороге Мурманска вышел «Убийца ям». Так окрестили новую установку для быстрого восстановления асфальта. Как это скажется на сроках и качестве ремонта дорог в городе, можно узнать из свежего выпуска «Вечерки». Трагедия, случившаяся 5 мая в московском аэропорту Шереметьево, унесла жизни 41 человека. В свежем номере журналисты рассказывают о некоторых погибших земляках, публикуют воспоминания, которыми поделились мурманчане. Можно быть обычной девочкой без особенностей и горе не знать, а можно, как Таисия Подоляк, а необычной и талантливой художнице с безграничными возможностями, публикация главной городской газеты. Хочешь похудеть? Спи. Не верите? Тогда обязательно прочтите статью в свежем выпуске «Вечернего Мурманска». На страницах газеты врач-сомнолог делится секретами и рекомендациями здорового сна.